Меня зовут Артур, мне 30 лет, и я не знаю, чего я хочу от жизни. 10 часов утра в российской столице. В гостях у меня сегодня Семен Слепаков. Все началось месяц тому назад. Я решил сделать ей предложение. О чем же мы будем говорить, Артур? Но что-то пошло не так. Говорить будем о любви и отношениях. Юль, подожди. С нас хватит, мне кажется. Я все решила. Прости. Как говорила моя мама, сынок, не ищи меня в Греции. Ну что ж. Hello? Греция так Греция. Is anybody here? Дядь! Полиция, остановите катер. Where did... Где ты взял это? Как оно быть? В той банке, которую у вас нашли, была очень важная мне вещь. Сейчас она пропала. Если вы ее не вернете, вам крышка. Коза ностра. Все, парни, гейм овер. Я тебя запомню, ты смотри, давай. Женщина по природе своей рождается несчастной. Ай, привет. Ай, привет. Мы же, в свою очередь, рождаемся для того, чтобы сделать их счастливым. Идем. Where we going? Куда? Точняк. You'll see. Увидишь. Замутил с дочкой греческого мафиози? Ты в своем уме? Я запутался. Может, дело в тебе, Артур? Это мой выбор. Если вернешь эту вещь, Катарина твоя. Будь уверен, Марко. Делай выбор. Ты будешь за нее бороться или нет? Может, пусть она просто будет счастлива? Ложка дорога к обеду. Выбор – это наше единственное оружие в борьбе с будущим. Вы знаете, почему вы здесь? Вы посадили паром на мель. А, ты хочешь косяк какой-то на меня повесить, чужой, да? У вас здесь проблемы, и ты все на россиян. Не надо, не зли меня. Я здесь!